Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Ленорман Чиро-Марчетти. Сегодня мы смотрим образец расклада, который можно выбрать для индивидуальной консультации. Его называется «Его тайное чувство к вам». И есть ли на нем магические воздействия? Мы не будем смотреть, есть ли порча, мы будем смотреть, есть ли вообще какие-либо магические воздействия. Потому что очень многие считают, что мужчины уходят, потому что их приворожили, или кто-то повлиял на ваши отношения и так далее, да, поэтому мы это будем смотреть в общем объеме. Итак, мужчина как личность. Спортивный, активный, подвижный, все время в поездках, командировках, решает какие-то проблемы. Сейчас его волнует больше всего решение проблемы, связанное с его мечтой, с его тоской, своей любовью к вам. Так. Его тайное чувство к вам. Смотрите, мужчина азартен, мужчина хочет выиграть, мужчина хочет найти решение вопроса, несмотря на то, что вы находитесь на огромном расстоянии, закрытой границей. То есть он обыгрывает, играет, он поддерживает эти отношения. Ему главное привлечь к себе внимание, держать энергию на себе. Так. Вы для него мечта, вы для него звезда, да, есть какие-то моменты, связанные с финансовыми долгами, то есть вы как будто бы ему что-то должны, что-то вы не доплатили. И я скажу так, что он, конечно, эгоистичен по-своему, да, и его статус как бы заставляет искать решение вопроса. Он на распутье, что ему делать, да, то есть вот как преодолеть какие-то там границы закрытые и так далее. Есть какие-то сомнения, потому что все очень долго двигается по лабиринту, все очень мучительно и с большими какими-то препятствиями, но преодолевая препятствия, мужчина становится мощным и сильным медведем, да, то есть он начинает думать, анализировать. Он пытается проработать какие-то другие варианты. То есть карта игры говорит о том, что он вот хочет добиться своей цели, несмотря на какие-то препятствия, да? Так, его чувства к вам. Сильно он переживает. Чувства очень глубокие. Он как бы и терпелив, и настойчив, и проявляет свою сексуальность, и вам названивает, то есть делает зацепление голосом, чтобы вы никуда с этого крючка не соскочили, да, и пытается держать вот этот вот баланс 50 на 50, чтобы, не дай бог, вы там не заблокировали его. То есть он как бы вот весь в переживаниях, особенно его волнует, с кем вы ночами, когда, допустим, вы не берете трубки, да? Если на нем порча, скажем так, посмотрим. Ну, на ваше счастье, порчи никакой на мужчине нет. Мужчина хитер, умен, сексуален, думающий мужчина, достаточно с открытой душой, как бы, и вокруг, я бы сказала, особо-то женщин нету, да? Если на нем магические воздействия. Нет, ничего не мешает строить ваши отношения. То есть он с хорошей семьи, с хорошего рода, спортивный, стройный, здоровый. То есть от природы дано хорошее здоровье. Очень верный, ласковый, нежный, надежный такой щеночек, который как бы, может быть, вообще строит с вами первые какие-то серьезные отношения. Очень фиксированный, надежный, да. Есть ли на ваших отношениях магические воздействия? Такой тоже вопрос часто возникает. Смотрите, здесь по карте Луна, я бы сказала так, что на нем магические воздействия есть с вашей стороны. Или вы к кому-то обращаетесь, или вы сама что-то на него пытаетесь сделать, да. И это, в принципе, идет на начальном этапе. То есть, как бы какую-то программу установили, она идет и идет, да. И вот ваше общение постоянно, то есть вы чувствуете, что он меняется, то есть ваша магия как-то работает. Вот, и понимаете, что мужчина к вам ближе и никуда не пытается соскочить.
Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.